Приветствую вас. Мне кажется, что начать свой ответ нужно с того, чтобы вам определиться с тем, чего вы вообще хотите для себя. То есть, что вам нужно вообще. Вот вы говорите, что любите одного парня, который расстался с девочкой 2 месяца назад. А если вы его любите, то, наверное, вы хотите, чтобы он был счастлив. А если вы хотите, чтобы он был счастлив, то наверняка вы понимаете, что он не будет счастлив до тех пор, пока ревнует. Вот до тех пор, пока он ревнует, да, он не будет счастлив. У него не будет, ну, возможности для этого, чтобы быть счастливым. Вот. И соответственно, вы, по-видимому, вот тем, что хотите с ним быть, да, вы, ну, ни много ни мало подвергаете его к каким-то рискам, вот, зону, ну, зоны, вы его вводите в зону риска, вот, и мне, в общем, кажется, что здесь вы думаете в большей степени о себе, а не о нем самом, вот. И, соответственно, если мужчина ревнивый, как вы говорите, то здесь нужно вот вам определить для себя, зачем вам ревнивый мужчина. То есть, что здесь, собственно, сложного может быть? Мужчина ревнует, значит, он не уверен в себе. Мужчина склонен контролировать, значит, он за счет другого человека пытается достичь своей безопасности, да? И, собственно, вы вряд ли будете с этим человеком счастливы. Но если любите его, я думаю, что вы имеете возможность его добиваться, вы имеете возможность все-таки быть с ним. Вот, например, бросить учебу, да, и так далее. Вот, не очень я понял, почему он не может забрать вас к себе, вот, тем более, что вы ему не верите, вроде как. Не очень я также понял и того, почему он разговаривает с вашей подругой об этом. О том, вот, что у него к вам. То есть это мне тоже, если честно, непонятно совершенно. Вот. То есть, если вы все-таки
им дорожите, да, если вы дорожите своими отношениями, да, то соответственно по какой причине вы в таком случае допускаете для себя стороннее обсуждение, да? То есть, ну вот, с третьими лицами. Вот. Мне кажется, что этого не должно быть. Тут мне кажется, что это неправильно. Так вот действовать и так поступать. Вот. И в итоге вы говорите, помочь вам очень важно, чтобы вы дали запрос, то есть сделали запрос по поводу чего вам помочь нужно, то есть в чем нужна помощь, например, в выборе вашем. Выбор можете делать только вы. Решение принимать также можете только вы. Вот. И я думаю, что решение нужно принимать, исходя, ну, именно из того, что для вас важно. То есть, если вы любите человека, то вам нужно принять, что у него проблема. Потому что он ревнивый. Вот. И сначала помочь ему избавиться от ревности, а уже потом, возможно, и вступить в отношения с ним. Вот. А мне думается, что в общем и целом именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Потому что я понимаю, что вам тяжело, понимаю, что, ну, нелегко, да, что вы вот его любите, а он с вами, по сути, быть не хочет, потому что пытается вас защитить. И вы, если любите, опять же, то есть любовь — это чувство, взрослое, такое зрелое, любовь. И если вы его любите, то, ну, наверное, вы поймете, что то, что он делает для вас. Вот. То есть он это делает, чтобы реально защитить вас, ну, либо чтобы самому не наступить второй раз на одни и те же грабли. То есть он, конечно, сдастся, если вы будете настаивать, я думаю. Вот. Но вопрос в том, опять же, к чему это приведет, да? То есть, ну вот, к чему приведет? То, что вы будете вместе. Потому что вы, собственно, будете страдать так же, как его девочка бывшая. Хотите ли вы этого для себя? Если вы готовы страдать ради любимого человека, да, ну, именно страдать самой из-за него, то любовь ли у вас? Знаете, то есть любить может только тот, кто любит себя. Если вы готовы страдать, то есть некоторые сомнения в том, что вы любите себя. Вот. Поэтому, если вы ждете конкретного совета какого-то, да, прям вот что делать, то я боюсь, вы немножечко не по адресу, ну, потому что психологи не дают советов, и именно советов. Вот, но вы можете поступать так, как вам вот. Ну, как вам более по душе,
вы можете поступать так, как вам в большей степени хочется, да, то есть если вы, вы, ну, например, имеете в виду, да, что может это обернуться чем-то негативным. Если вы готовы к тому, что он будет ревновать, готовы принять его таким, вот именно принять, то есть не пытаться поменять, не пытаться переделать, да, а именно принять, то можно, в принципе, его добиваться. Я уверен, что если вы, ну, если вы приложите усилия, то все получится. Вот, если же вы сомневаетесь сами, ну просто сомневаетесь в том, что вы выдержите подобное отношение к себе, вот, то лучше, конечно, не вступать определенно. Ну просто потому, что по итогу никто счастлив не будет абсолютно, вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.